Папа решил включиться. Редкие кадры. Наверное, редкие. Ну, редкие они для папы. Мася провоцирует Татошу в кухне. Татоша у нас лежит в дверях, как вратарь. А Мася перед ним улегся. Сейчас будет... Нет. Слава Богу. Слава Богу, Татоша. Обошлось без провокаций. Татоша у нас так отдыхает после прогулки. Сдается мне. За то, что сдается. Сдается Полу. Ладно, посмотрим на эти кадры. И, возможно, мы поделимся ими с вами на нашем канале. Всем добрый вечер. Спокойной ночи.